Починається літо з нашого свята – Дня захисту дітей. Дивимось! Яке свято в нашій країні – свято жінок? Звичайно, 8 березня. Але окрім нього є давнє жіноче православне свято – свято жінок-мироносиць. А воно святкується аж 2 тижні, бо наші матусі, сестрички та подружки цього варті. Суть свята – любити і шанувати свою родину. А хто в родині головний? Правильно, діти. Так ось, для нас у Краснограді на наше дитяче свято влаштували спеціальну виставу про божих корівок. Ніхто так не може подарити нам радість, як можуть подарити наші діти. Согласні? Думаю, що ніщо інше в житті не прибавить так сил матерям, бабушкам, дедушкам, отцам своїм. Как такое поздравление, которое сегодня приготовили наши дети. Здесь у нас просто собрался букет таких способных, талантливых людей, которые действительно могут все это воплотить в жизнь. І влаштували його дітлахи з недільної школи при Благовіщенському храмі за підтримки міського голови, до речі, син якого сам актор. Вы знаете, школа возникла практически с дня основания храма. Даже когда еще не был построен этот храм, уже при... Ну, на старом здании уже с детками работал батюшка, отец Николай. При приходе он на работу с детьми организовал, не бросал, ведь именно если ребенок в молодом возрасте идет в храм, идет развиваться духовно, идет к Богу, то он это уже в своей жизни никогда не забудет, потому что, ну, это так устроено. Взрослому человеку сложнее, и ему иногда нужны какие-то испытания, чтобы к этому прийти. Цікаво, а як маленькі актори сприймають свою таку нелегку працю? Они с самого начала все хотят сразу. Мы будем, но потом это просто труд. И приходится, конечно, их брать силы. Вот. Но тоже же говорим, что, ребята, это ваш малый подвиг. Это ваш малый подвиг. Вы несете ту же проповедь людям. И вы постараетесь, и Бог вам тоже поможет в жизни. Приятного аппетита. С праздником всех вас. Спасибо. Так, ну, сладкий стол у нас сегодня после концерта. Ну, чаечек. Ребятушки, спасибо вам за концерт хороший. Всем расти, радовать своих родителей. Своими детскими, чистыми, светлыми душами славят Бога. Произносят такие слова, просто невозможно на них так спокойно слышать их, потому что слова любви к матери, к Богу, к жизни, к свету, ко всему. Поэтому надо это хранить и приумножать. Можно сказать, это тоже живая проповедь. И более того, наверное, не я так не скажу. И не знаю, кто может это сказать, как могут сказать дети о Боге. Как они могут славить, как они могут сказать. Наверное, трудно кому-то лучше сказать, чем дети. Навчатися у недільній школі цікаво, весело і смачно. А пізніше можна стати ще й справжнім актором.